Всем привет, ребята, меня зовут Вероника, я на моем канале, я в зеркале. Короче, мы сейчас на даче, вот. Осталось еще до недели, до 1 сентября. Да, я счастлива, потому что я пойду в школу наконец-то. Сейчас вы думаете, я ненормальная, но правда хочу в школу. Вот, и как прям 1 сентября, ой. В первом классе я очень хотела в школу. А вот, и сейчас очень хочу в школу. Ну, как бы, да, я как бы перехожу в пятый класс, я уже перешла, точнее, в пятый класс. Мы уже получили учебники, вот. И мы сейчас у бабушки на даче. Сейчас вам кое-что покажу. Еще мы забыли сланцы, я не знаю, какие мне одеть. Выбирайте, какие мне одеть. Ну, ладно, ладно, смотрите, какие я цветочки собрала. Это первый букетик, а это второй. Это такой нежный, такой вот розовый, вот. Такой розовый-белый. Бежевый, вот этот яркий, красочный, фиолетовый, вот. Еще тут сливы, смотрите, как много сливы. Ну, это уже вся тухлая, у нас там... Сейчас я покажу, сколько у нас сливы. Вот, смотрите, это сливы, это помидоры, это слива, это тоже слива. А еще у нас холодно, поэтому мы сегодня уезжаем домой. Мы сегодня приехали, сегодня уезжаем. Здесь еще тоже слива, на полное ведро, короче. Еще помидоры, еще помидоры, еще помидоры. Тут еще баклажаны, и там еще огурцы где-то есть. Вот они тут, огурцы. Там китайский такой длинный огурец был. И я его съела. Вот. Еще мы сливы много съели. Еще я сегодня сливу посадила. Потому что это дерево, бабушка, скорее всего, дедушка уберут это в этом году. Потому что оно все разваливается. Оно уже, вот смотрите, на палках стоит. Видите, там палки везде. И я себе выбрала цветы на 1 сентября. Сейчас я вам еще покажу. Ну, короче, вот мне вот эти нравятся. Вот это розовенький. Вот этот я хотела срезать, но думаю, он подождет до 1 сентября. Вот. Потому что он еще не расцвел. Вот. Ну, вот эти, я думаю, на 1 сентября не надо. Вот, потом еще есть вот эти, смотрите, какие красивенькие. Еще хочу себе на 1 сентября вот эти вот гладиолусы. Это наши гладиолусы. Ну, с этих мы сажали с Настей и мамой. Шикардос вообще, да? Смотрите, какие красивенькие вообще. Вот еще. Потом еще такой гладиолус есть. Такие вот, и вот такие вот. Помидоры опять. Там перцы, помидоры, ой, огурчики, все сказать. Это морковка. Вот, потом опять... Цветочки, цветочки, помидорки, это я не помню, что. Баклажан, да, вот. Опять помидорки, смотрите, единственный. Вот я его еще тоже на 1 сентября хочу. Потом такие вот розовенькие, тем, как те вот, только нежно-розовые. Значит, такие вот желтые, оранжевые. Там еще петуньи, но не хочу петуньи, вот. Такие, смотрите, какая роза красивая. Просто шикарная, балдежная. И сейчас отсюда такая пчелка вылетает. Ай, меня обрыз головой. Еще вот такие вот есть косынки, вот такие вот. Еще есть вот такие, они специально такие, это вот такие вот цветы. Смотрите, какой красивый. Он колючий, кстати. А, больно. Вот. И они уже отцвели давно. Или нет. Тую на 1 сентября. Меня сейчас опять обрызгает. Вот тут яблонька. Трум-тур как бы подача даже. Смотрите, теперь это чили. Это клубника, это пионы. Вот, и я сегодня эту клубнику собирала. Бабушка и дедушка сегодня клубнику сажали, а я собирала яблоки. Смотрите, какие баклажаны, трубки тут. Трубки баклажанов. Еще тут кто-то выбегает. Вообще крутые такие, да? Там баклажанчики, смотрите. Баклажанчик. Я очень не разбираюсь. Это кабачок. Вероника переходит в пятый класс. Это баклажан. А, это кабачок. Пехтики опять. Это из больше, что называется, как. Вот. Это что такое, что за круг? А еще я в белых носках. Да, я тут все в ад по земле хожу в белых носках. Да, девочки, круто, очень все круто. Жизнь прекрасна, жизнь удалась. Какие красивые гладиолусы. А еще тут дофига папоротника, смотрите. Вот тут было два папоротника, один даже. И смотрите, вот раз папоротник, два папоротника, три папоротника. У него еще четвертый растет. Пятый папоротник. Еще я посадила сегодня сливу от косточки сливы. Вот, и теперь у нас растет слива. Потому что этого, скорее всего, не будет. Вот, здесь моя слива растет. Тут три косточки еще у меня, сейчас вам покажу. А вот, кстати, шестой и седьмой папоротник. А вот еще три косточки сливы. Вот, они у меня тут прорастают. Еще мы скоро поедем домой. Короче, сейчас мультик будет смотреть, лежать. Вот. Вот, поэтому... Увидимся потом. Ну, короче, увидите меня наконец-то. Еще мы с ним купили Baby Fox. Типа как Kinder я видела много рекламы в ТикТоке. Ну, реклама от блогеров. Поэтому давайте пробовать. Точнее, я уже ела, они очень вкусные. А где наклейки, не поняла. Я их там на кухне оставила. Ну, короче, вот такая конфеточка, такая красивенькая. Сейчас, если мне пропадется некрасивая, то опять я
Мне просто так суждено, видимо. Потому что до этого Насте все попадались красивенькие, как на картинке. У меня попадались обычные. Вот. И не знаю, сейчас может мне попадется опять некрасивый. Опять мне скучно попалось. Смотрите, вот тут, смотрите. А Настя все время красивые попадаются. А мне скучные. Ой, ящики. Потом увидимся. Короче, Настя сейчас есть опять эту бабичку. Смотрите, какая красивая попалась опять. А мне красиво попадаются. На, ешь. Они вкусные, Настя? Вкусные. Как я их обожаю. Первый раз купили. Вы знаете, мне только что сообщение пришло от моей лучшей подружки. Вот здесь интернета нет. За вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вот. Маш, короче, телевизор не показывает. Вот смотрите, видите, так вот мигает. Вот. Ужас. Я зашла с космосом. Вот. Едем жевачку. О, включился. Короче, уезжаем. Все, девочки. Набор юной Вероники. Маска. Бэби Фокс. И конфеты. Да. Это мы с дачу конфеты увозим. Потому что дома у бабушки конфет мало, а все она на дачу увозит. А сейчас на дачу мы почти не ездим, поэтому... Вот. Поэтому забираем. Еще жвачка у меня и шарики у нас. Я, короче, сажусь в машину, я доедала последний бутерброд. Вот, потому что у нас остался половина последнего бутерброда, вот. Я сижу в серединке, потому что я сижу со сливками, девочки, с конфетками и с вот такой штучкой из ленты, вот. А еще тут помидорки, огурчики, не помидорки, тут морковки, огурчики там. Еще надо вылить воду из цветов. Что-то пошло не так, и мы с Настей поменялись местами. А воду из цветов выливать не надо. Настя пристегнулась. Молодец. Я уже пристегнута. Кто это? Это мой домашний питомец. Это Катя. Да, это Барсик, это Муртик. Это мои любимые. Это что же? Мои любимые цветочки. Цветозавры. Вот цветозавры. Ой, у него волосы попадают. Понюхала своих любимых цветозавриков. А Настя до сих пор пристегивается. Круто. Вообще просто, девочки. Смотрите, сколько там всего, девочки, багажник. Тут еще вот сиденья приполнены. Какими-то людьми. А мои цветозаврики отдыхают. Ну все, давайте закончим историю с цветозавриками. Мой любимый цветозаврик. Я фоткаюсь. Мне, короче, подарили букетик цветочков. Я так рада. Да ладно, это я подарила. Но это я собирала, и я подарила. Кто это тут? Там никого нет. Ну, короче, все. Настя. Смотрите, мне так нравится цветочек. Смотрите, какой он розовый такой. Нежненький. Еще тут нравятся все цветочки такие. Ну, короче, мы поехали. Все. Точнее, ну, короче, я сниму для вас, когда мы уже, наверное, приедем, и когда будем ехать, вот. Ну, короче, мы уже приехали домой, вот. И у бабушки дедушка новый диван, сейчас я вам покажу. Вот такой вот, смотрите, какой синенький серый диван. У него, сейчас вот, смотрите, вот видите, очень откинутые спинки, видите, я уже почти лежу. А сейчас, смотрите, вот, собственно. Можно сидеть прямо. Можно сидеть вот так. Вот. Вот. Потом у него, короче, смотрите... Блин, сейчас я вам другую камеру сниму. Короче, такие штучки крутые. Вот такие вот большие. Вот. И здесь вот эти вот штучки, подушки, они все поднимаются вот так вот. На вертикально, просто это тяжелее всех поднимает. Вот. Можно одну поднять, чтобы там один человек, допустим, можно не все сразу поднять. Все сразу по отдельности надо поднимать.
Потом здесь есть ящик маленький вот такой. Тут мои вещи. Смотрите, у меня светится рюкзак. Смотрите. Круто, да? Вот. Потом выдвигаем ящик. Он очень круто раскладывается. Смотрите, какая бирка прикольная. Вот. У него вот здесь такая же ручка. Очень удобный. Вот. И мне очень нравится. Еще он очень мягкий. Еще здесь есть такая щелка. Еще у меня заряжается телефон. Мы зарядку открыли. Вот это у меня заложено было. Вот. И мы, значит, спим вот здесь. Ну, просто мы вчера решили первый поспать на этот диване. Вот. А у нас там есть своя комната, в принципе. Он раскладывается до подушек. Вот. Я сейчас поставлю телефон зарядку, потому что у меня разрядился. И буду тренироваться. Вот. Я там порастягиваюсь еще чуть-чуть. Вот. Поэтому для вас сниму сейчас на таймлапс. Ну, короче, я потренировалась. Сейчас я пойду снимать ТикТок. Вот. Тренировалась, я показалась прессом, растягивалась. Вот. Так что... Я не помню, что мы последнее сделали, я стукнулась, и мы сейчас поели, вот. Я хотела сделать хлеб-облачко, но я буду делать завтра утром, так что сейчас я пойду умываться, вот, и для вас монтировать видео и выкладывать его, вот. Умывание мое, смотрите, в ТикТоке, вот, так что я вас всех очень сильно люблю. Всем пока-пока, завтра новый влог. Люблю!